Небо с легкой облачностью, конечно. Здесь горы, море. Вся Абхазия, это все в одном. Я бы описал Абхазию, что это страна чачи, вина, гор, моря. И все это вместе, и все это сразу, и, конечно, горячих местных людей, и хачапури, и, в общем, всего, что свойственно традиционному Кавказу. Здесь по улицам ходят коровы. Иногда даже лошади. Вот. Здесь много русских туристов. Ну, вот таких, например, как я, которые сюда приезжают к морю, к горам, как раз к вот этим всем прекрасным. И ну, отзывы, конечно, разные есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но из моего круга знакомых, кто сюда едет обычно? Это люди, у которых не хватает денег на то, чтобы поехать за границу. То есть в Турцию там. Еще куда-то, про Таиланд я вообще молчу. Вот. И они едут в Абхазию, чтобы здесь, а здесь дешевле, чем в Сочи, поотдыхать, позагорать, там в бассейне в отеле поваляться и попонтоваться потом перед знакомыми, что вот мы были в Абхазии. Мы были за границей. Ну вот, я пробовал здесь два отеля, Амран и Астан, в Гагре оба. И там есть подогреваемый бассейн, который работает круглый год. И номер, ну, по крайней мере, вот, октябрь, январь, не сезон, номер стоит где-то 2000 рублей за сутки. Это дешевле, чем в Сочи, аналогичные отели. Хотя, наверное, в Адлере примерно так же можно найти. Но будет ли там бассейн, вот в чем вопрос. Вот такая вот галечка. Пляжи есть где-то и песчаные, но в основном пляжи. В Абхазии галечные. Для бюджетного отдыха я могу порекомендовать отели Амран и Астан в Гагре. Они находятся рядом друг с другом, оба недалеко от моря, но до Астана нужно, конечно, еще дойти, потому что он находится на холме, зато оттуда отличный вид на море и можно встречать закат, не выходя из отеля. Есть еще в Гагре очень хороший отель Амра с пансионом, медицинским центром. Но это стоит, конечно, дороже. Вот. Также
Я здесь познакомился, найдя его исходно через сайт Дмитрия Ковинова, с парнем по имени Ахра. Он занимается извозом российских туристов в рамках индивидуального тура на легковом автомобиле. Это хороший собеседник и комфортный спутник. По цене уже нужно разговаривать с ним. Вот. И торговаться я не советую. В принципе, потому что вы собьете цену человеку, и он также потом может не доработать. Я придерживаюсь этого принципа в жизни всегда. И также не люблю, когда со мной торгуются. Потому что как человеку платят, так он и будет работать. Вот, как я уже сказал, песочек здесь в Гагре тоже есть, но его не так много. Вот он такой вот песочек. Вот он такой вот забавный. Он, конечно, не светлый, как в тропических странах, он темный. Его, да, не так много. Горы.